перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет, дорогие друзья. Мы вернулись в наши прямые эфиры. Всем ЦСКА привет. Чем хорошо заниматься спортом, можно посмотреть на экранчики. Новый выпуск Юра Дудя. Танечка, привет. Новый выпуск Юра Дудя, посвящен MTV. Для тех, кто хочет сесть в машинку времени и прокатиться назад, в то время, когда все это начиналось. Мое личное, ну, может, это, не знаю, флешмоб или что-то. Мои личные воспоминания про MTV, когда я большой лично пришел в программу «12 злобных зрителей» с клипом Нагана на песню «Ебаный насос». И как там все это обсуждалось. Вы не поверите, кто обсуждал тогда наш клип. И это было, пожалуй, первая программа, в которой мы показали, как нужно троллить. Посмотрите этот выпуск. Там был Юрий Лоза, один из тех, кто обсуждал на полных серьезных щах творчество Нагана и этот клип. Так что спасибо, Юрий. Спасибо, MTV, за наше счастливое детство. Так, и продолжаем спортивные занятия. Вчера стартовал на канале «Пятница» промежуточный этап шоу «Голос улиц». Смотрите, заходите, разрывайтесь, взрывайтесь, злитесь. Посмотрите, короче, как все там было. По сути, это конкурс людей, которые причисляют себя к поп-культуре, которым, по их мнению, что сказать. Эти люди пришли к нам. Из тех, кто пришел, из 50 тысяч участников мы отобрали самое-самое. Так что смотрите, наблюдайте. Как показало это шоу, в большинстве своем случаев люди, которые читают на записи, не всегда соответствуют тем образом, которым они следуют в настоящей жизни. Так что очень много достойных участников, интересных. Наблюдайте, следите. Мы записали еще 4 выпуска, первых 4 выпуска для нашего вечернего шоу «Газ Лайв». Скоро первый выпуск появится. Смотрите, критикуйте, оставляйте свое мнение, да и просто посмейтесь вместе с нами. Все, я всех обнимаю, продолжу заниматься. Времени остается мало, а весок нужно сгонять, ребят. Теперь у меня здесь вот висит вот такая вот малышка. Вот весь мой цех. Алик, помаши рукой. Это Алик Че скромно спрятался от всех.
наш большой художник, режиссер, мастер. Да и просто хороший, сука, человек. А хороший, потому что он 2 месяца был на море, на океане. Ничего, Олег, ты не переживай. Мы здесь блюли, так сказать. Все было под контролем. Ну, ты сам видишь. Жир только потерялся. Но если нужно будет, он вернется. Все для съемок. Все, обнимаю вас. Пока. Друзья. Продолжаем. Освещение. Пути. Карлито. Всякие бегемоты. Сука. Не очень. Ну, в смысле, что камеру ни хрена не нужно поставить. Если хороший. Хороший часовой пробежечки на эллипсе. У нас небольшой десерт. Когда нет тренировочек, нет возможности работать на лапках, мы постукиваем здесь. В студии была повешена груша. Которая будет нами использована. Перерывчик. Перерывчик нам нужен для того, чтобы последить за тем, как после часа на эллипсе и мини-раунда нагрузки мы умираем. Сейчас мы чуть поумираем, восстанем и пойдем. Наш результат близится к взвешиванию 20 апреля. В 12 дня мы произведем контрольный замер в Акуленко Ваське. Посмотрим, удалось ли ему со 116,5 килограмм скинуть до соточки. Пошел дальше.
смерть близка. Сегодня в перерыве. Да, Николай? Вот началась работа. Коль, подержи ты в эфире, поздоровайся сегодня. Привет. Расскажи, кто ты? Меня зовут Николай. Фамилия? Дуксин. Кто ты, чем ты занимаешься на «Газголдер»? Я директор творческого объединения «Газголдер». Занимаюсь организацией, административными вопросами, концертными вопросами, съемочными вопросами и всеми вопросами. И песни пишет, слава богу. Расскажи новости. Что нового? Новости. Сняли программу «Газ Лайв». Скоро будет премьера. В ближайшее время, скажем, точное крутая, время. Она очень крутая. Или сложная. Она очень крутая, при этом очень сложная, и это делает ее еще более крутой. Что еще нового? Готовим 3 огромных концерта в Мегаспорте. Вы увидите очень крутую историю. Вы сможете, более того, забегая вперед, мы объявим специальный конкурс, можно будет попасть на сцену даже ограниченному количеству людей. Посмотреть все, так сказать, глазами артиста. Да, я забыл. У нас же конкурс, а уже объявили. Мы объявим его в конце недели. Да, у нас будет конкурс, мы уже делали так в Питере, дорогие друзья. Победили конкурсов. Сколько человек было на сцене тогда? У нас будет по 30 человек на каждый день. По 30 человек на каждый день. Можно будет постоять прямо на сцене, побыть вместе с нами, посмотреть на людей, которые пришли на концерт в Питере. Было очень, очень круто. Так что всем хорошего дня. Обнимаю.